Это не золотая рыбка. Оксана все-таки загадала желание пройти в финал Беды Славы и надеется, что она исполнится. Бедная рыбка, ей придется сильно постараться. И встречаем. Была песня? Песня была на иврите. Да, потому что я прислушался, на латышский не похоже совсем. А про что была песня? Я просто подзабыл иврит в последнем. Песня была про неразлученную любовь молодой девушки к юноше. Давайте выслушаем мнение членов жюри. Александр Васильевич, если можно, с вас начнем. Мне вообще очень понравилось, как пела Оксана. У нее яркий, сильный голос. Спасибо. Это как-то цепляет. Я говорю, да. Спасибо. Да. Татьяна Никитишна. Оксана, а ты иврит знаешь? Нет. Я почему спрашиваю? Потому что я как раз думала, на каком же языке Оксана поет. Я иврита не знаю и так на слух-то не разберу. Я просто подумала, она интересно выбрала петь песню на языке, в котором мало вот открытых слогов. То есть как по-итальянски легко и приятно петь, потому что ты не останавливаешься на согласных. А здесь гораздо сложнее. Поэтому это просто... К большому впечатлению, удовольствию, полученному от пения, это еще, мне кажется, даже плюс, что здесь есть такая сложность, мне кажется. Я говорю, Спасибо. Да. Спасибо. Александр Евгеньевич, вам слово.
Тут, во-первых, язык рваный такой, и такой прием стаккатного пения темнокожие афроамериканские певцы часто используют, и эту манеру не очень просто перенять. У Оксаны это получилось, а в припеве, слава богу, были и длинные ноты, можно было убедиться в том, что она владеет и держит длинные ноты, у нее есть манеры. Она очень правильно себя вела, очень корректно, и огромное «да». Да! Спасибо! Оксана, это победа, маленькая победа, но уже победа. Я думаю, что телезрители вас поддержат. Если можно, спойте что-нибудь по-русски. Акапельно, без музыки. Поддержим Оксану! В горнице моей светло. Это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Великолепно! Спасибо! Я думаю, что это будущее Лайма Вайкули, учитывая место жительства Оксаны. Очень красиво! Эти аплодисменты звучат для вас. Спасибо вам огромное, это Оксана будущее Лепская. Оксана Лепская! Или так? Спасибо! Вы, папа, вы приехали вместе с Оксаной. Мы вас также поздравляем с этой победой. Мы наблюдали за вами и видели, как вы волновались. Расскажите немножко о своих ощущениях, о чувствах. Что вы сейчас пережили? Я единственное могу сказать, что я счастлив. И я надеюсь, что мы будем и дальше держать планку на том уровне, на который мы ее подняли. И будем петь лучше, лучше и лучше. Скажите, вы сами музыкант? Мало того, что я в прошлом спортсмен, я еще и музыкант, и поэтому мы отбираем довольно-таки тщательно и песни для выступления Оксаны, и надеюсь, мы на следующий раз поразим. Вам понравилось выступление, Оксана? Очень понравилось. Я думаю, что Уитни Хьюстон в Голливуде будет плакать, когда ее услышат. Это будущая фирменная просто певица.